Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим роль науки и отношения со стороны молодежи к ней в нашей республике с нашим гостем, одной из молодых представительниц современной якутской науки Ириной Куркиной. Друзья, внимание на экран. Наука – мощнейший двигатель общественного прогресса. Она определенно влияет на благосостояние общества и выполняет целый ряд функций – создание новых знаний, совершенствование образования и повышение качества жизни. Одна из молодых представительниц якутской науки, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета Ирина Куркина. Она родилась в поселке Махсагалох, успешно закончила школу и вуз, а в 2020 году защитила кандидатскую диссертацию. Она успешно совмещает свою работу со своей семьей. В свободное время занимается активным отдыхом и саморазвитием. Каково отношение молодежи к науке в наши дни? Является ли перспективной и востребованной сфера научной деятельности? Проблема участия молодежи в науке – это проблема не только российская, но она сейчас встречается повсеместно и в других развитых европейских странах. Собственно говоря, молодежь сейчас проявляет все больше интереса к каким-то творческим профессиям, так называемым креативным индустриям. И чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно будет разделиться на две команды. Угу. Собственно говоря, справа будет находиться оптимист. Они считают, то, что сейчас молодежь идет в науку, и наука, она перспективна. Пессимисты же считают, что данный род занятий становится все менее интересным и привлекательным для молодежи. Наука – это мало перспективно. Угу. Ну, мы надеемся, что все уже определились со своей позицией. Сейчас на счет три делимся. Давайте. Раз, два, три. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Девушка, связавшая свою жизнь с наукой. Молодой исследователь, успешно совмещающий личную жизнь со своей работой. Ирина Куркина. Здравствуйте, Ирина. Вам дается минута для того, чтобы вы могли рассказать о себе. Здравствуйте, всех приветствую. Я научный сотрудник, занимаюсь этой деятельностью уже со студенческих лет, достигла некоторых результатов. Также я люблю активный образ жизни, занимаюсь сноубордом и люблю музыку. Все. Спасибо. Так, аплодисменты. Для начала такое небольшое блиц-интервью, то есть быстрые вопросы, быстрые ответы. Итак, первый вопрос. Вы когда-нибудь жалели о выбранной профессии? Нет. Угу. Почему? Ну, потому что это все равно мой пройденный опыт, и благодаря ему я все равно стала тем, кем я стала. Можно ли хорошо зарабатывать, занимаясь научной деятельностью? Можно. У вас... Вас устраивает ваш доход? Нет. Но я не про себя. Считаете ли вы свою работу перспективной? Да. Почему? Ну, потому что ты занимаешься теми передовыми науками, которые только в будущем могут дать свои плоды. Поэтому это очень интересно. И это, если правильно подойти, называется, то можно очень развиться в этом деле. Это ваш вклад в будущее, да, так сказать? Возможно. Что вам не нравится в вашей работе? Ну, это, наверное, проблема российская, возможно, что это бюрократии много. Получается, ты занимаешься не только научной деятельностью, но и всеми сопутствующими бумажками, которыми, по идее, должны заниматься отдельные структуры. Интересно узнать, какой вы были в школе? Я отличница, хорошистка. Я закончила с серебряной медалью. Ну, мои математические, математика, физика мне нравилась, но математика, как бы, у нас был очень хороший преподаватель Лариса Васильевна Соловьева, и она очень привила, получается, наши, ну, любовь к математике. Как бы, как таковую математику, я не скажу, что я очень сильно люблю и заниматься люблю ею, но именно благодаря тому, как она преподавала, то есть она раскрывала все равно своих учеников, и поэтому и знания, конечно, остались.
ну, очень хороший фундамент. Как вы считаете, достигли ли бы вы успеха, если бы занимались другим видом деятельности? Да, конечно. Получается, во что ты вкладываешь свое время, то у тебя и получается хорошо. И если таланты же у нас, они разные, они не в одном направлении все. И какой мы их хотим развивать, тот и в тот вкладываем время, свой ресурс, который уже не может быть восполнен. И там, конечно, у нас и появляются большие результаты. А если не секрет, если бы не наука, что бы вы выбрали? Что-то связанное с музыкой, звукорежиссура. Вот вы сказали, собственно говоря, бюрократии, условиях, и в частности интересно узнать, вот была бы у вас возможность, вы бы перебрались в другую страну? Нет, я люблю Россию. Она делает нас сильнее. Семья или деньги? Семья. Давайте поаплодируем Ирине. Итак, перед вами те, кто попытается узнать вас сегодня поближе. Это, в частности, у нас и учащиеся школ, и студенты, и рабочая, и творческая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Они, собственно говоря, нас считают то, что молодежь охотно идет в науку, и наука сама по себе перспективна. Слева же от вас расположились пессимисты. Они считают, что данный род занятий становится все менее интересным и привлекательным для молодежи. Сейчас мы обращаемся к нашей аудитории. Друзья, пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались в той или иной команде. Давайте начнем с оптимистов. Так, пожалуйста. Да, всем привет. Я преподаю, занимаюсь наукой, потому что, во-первых, мне это интересно. Соответственно, у меня к этому лежит душа. Я люблю свою профессию. Я педагог. И занимаюсь всем, что связано с информационными технологиями и электронным обучением. Некая такая смесь на стыке, на самом деле, двух наук. И я полностью вот поддерживаю те слова, которые сказала Ирина, потому что на самом деле наукой заниматься очень интересно и увлекательно. И думаю, мы попробуем в ходе нашей беседы сегодня это доказать. Здорово. Давайте аплодировать друг другу. Спасибо, такие классные. Так, давайте. Пессимисты. Да, я знаком с наукой, я участвовал в конкурсах научных, но в один конкурс мы готовились 2 года, ну, получается, я получил только удовольствие. Ну, то есть я, получается, больше для себя это работал, мне понравился процесс, но, тем не менее, 2 года я мог бы потратить другое занятие. Как бы. И думаю, мог бы стать и успешным там. Но я просто потратил 2 года на удовольствие, получается. Интересная позиция. Так, давайте тоже поаплодируем. Так, оптимисты. Я являюсь преподавателем Якутского института водного транспорта и аспирантом Северо-Восточного федерального университета. И очень отрадно, что к нам идут люди, и идут люди с горящими глазами, потому что наука — это только для людей с полным энтузиазмом, которым являюсь я. Спасибо. Можно привести примеры моих знакомых, которые не интересуются наукой из-за того, что как бы они не были затронуты агитацией научной деятельности в нашей республике, по сути, ну и в стране в целом. То есть здесь есть свои нюансы и проблемы в том, что государство, по сути, вкладывает деньги и средства, бюджет в агитацию научной деятельности, но есть свои недостатки, их можно как бы решить. Еще со школьной скамьи мои очень хорошие учителя мне привили любовь к науке и к научному методу познания, вот именно благодаря НПК. Я считаю, что вообще у нас в стране, да и в целом, ну, да и в республике идет активная поддержка молодых ученых, выделяются гранты, идет поддержка со стороны вот, предоставлениями лабораторий и всех сопутствующих ресурсов. И еще, помимо этого, можно наблюдать такую тенденцию, то, что вот сейчас даже блогеры вот, занимаются научпопом, то есть они занимаются популяризацией науки. Вот. Это круто, да? Это модно. Аплодисменты.
Ну и давайте последнее мнение послушаем со стороны пессимистов, пожалуйста. Наука не для всех. Чтобы ваш проект выстрелил, вам придется затрачивать огромное количество времени, ресурсов и остальных ценностей. Вы лишаете себя некоторых моментов своей жизни. И не факт, что ваш проект вообще просто выстрелит. Может, вы не пройдете отборочный этап или ваши исследования замнут. Поэтому наука не для всех, это только для тех, кто к ней лежит и кто готов через все это пройти. Окей, давайте перейдем к вопросам, к нашему гостю, пожалуйста. Как уже говорилось, у вас есть семья, вы ведете активный образ жизни. Как вы распределяете свой тайм-менеджмент, можно сказать? Как вы умудряетесь уделять время и науке, и активной жизни, и своей семье? Благодарю за вопрос. На самом деле это актуальный такой вопрос, потому что времени, конечно, не хватает на все. Но ставятся приоритеты. Конечно, если у нас в лаборатории какой-то большой проект, то я нахожусь все-таки на работе чуть дольше, чем хотелось бы. Главное тут качественно провести время. Вот если имеется в виду семья, то это не просто как-то там прошелся, где-то поверхностно там узнал, как там у тебя что там было, а именно заняться, именно погрузить себя в это время с ребенком, то есть, ну или с друзьями теми же, да, тоже встречаемся иногда. Именно качественно проводить это время, а не поверхностно. У меня вопрос такой: поддерживала ли вас ваша семья? Как к этому относилась? И, возможно, они как пессимисты были? Поддерживают, гордятся. И очень, конечно, большую мне поддержку оказал мой муж. И он очень поддерживал, говорил, когда вот надо было уехать куда-то в командировке, вот на конференции или какие-то проекты, да, у нас в Новосибирске были, он легко отпускал и, никаких претензий не имел. Поэтому, да, поддержка, конечно, очень важна. Друзья, у меня не было такого, чтобы мне кто-то, ты что, в науке, да, что-то, с ума сошла? Нет, такого не было. Все достаточно такие, принимают выбор. Это же твой выбор, ты же не можешь другому указать, что делать. Поэтому, каждый сам выбирает, и нельзя указывать. Так, здорово. Аплодисменты. Пожалуйста, оптимисты. Ага, Ирина, у меня такой вопрос. Вот у каждого ученого есть свои приоритеты в науке. Например, кто-то хочет стать резидентом Сколково, кто-то хочет там опубликоваться в журнале с высоким квартилем. А вот что для вас вот эта верхняя планка? Интересный вопрос, спасибо. Мне, конечно, хочется, чтобы именно моя научная деятельность, она была как-то не в мечтах, да, вот это вот, у меня там в мечтах все хорошо, она везде используется, и такое прям уникальное и прекрасное мое оборудование, вот это, мои исследования, мои материалы там, да, в частности, у меня. Но это, конечно, надо приземлять к реалиям и пытаться делать, выстраивать вот эту связь. Но все-таки, на мой взгляд, я бывала в Швейцарии, и у них вот есть именно специальные центры, которые берут идеи у науки и спрашивают у реального бизнеса, что им надо, и вот здесь они уже ищут эти грани соприкосновения, и потом это все выстреливает. У них, мне как-то кажется, я, правда, не сильно в этих зарубежных науке сильна, но что у них все-таки это более есть специальные проекты, создаются под идеи, которые нужны именно уже бизнесу, да, структурам. А у нас все-таки более, они немножко летают в облаках. Поэтому важно, конечно, публиковать свои, причем публиковать сразу же, а не через 5-10 лет, когда ты уже, я точно теперь знаю, что тут я уже все правильно сделала. Пока ты это доказывал, все равно, я не говорю, что надо поспешные выводы, конечно, печатать, но достаточно быстро реагировать на вот эти вот, реалии. На эти запросы, да? Да, на эти запросы. Хорошо. Спасибо. Так, аплодисменты. Так.
Пожалуйста, пессимисты. Здравствуйте, Ирина. Я бы хотела вам задать вопрос. Какие принципы и приоритеты вы выбрали в своей профессии и в достижении своей работы? И также, какие активные работы на данный момент есть у вас? У меня, как я вот вижу, да, если чисто мою точку зрения, что это все-таки должны в России быть большая коллаборация ученых, и вот именно они должны содействовать, то есть периодически работать, в общем, в других институтах, не только у себя, но и в других городах, и тем самым мы же набираемся опыта, потому что мы вот привыкли здесь как-то вот так вот делать, а там, оказывается, можно вот чуть-чуть поменять, и, оказывается, все легче будет. Они там это пользуются, а мы об этом не знаем. Поэтому вот если мы будем взаимодействовать с друг другом, то у нас процесс пойдет очень быстрее и лучше. Я занимаюсь фторированным графеном. То есть графен — это у нас однослойный, один слой графита, который обладает уникальными свойствами. И вот я этот слой фторирую, то есть присоединяются атомы фтора, и графен — это у нас полуметалл, и из полуметалла он становится диэлектриком. Но в зависимости от степени фторирования он может менять еще на другие свойства. У него проявляется в том числе резистивный эффект, который для мемристорной памяти интересен, да, и можно его в этом в плане исследовать. У меня... Ну, также я участвую в темах лаборатории. У нас там несколько, получается, тем. Это углеродные точки, такие тоже в качестве люминофоров используют люминесценции. Это переходные металлы, то есть дисульфид молибдена. Это уже полупроводник, который тоже рассматривается в качестве замены кремния, то есть для гибкой электроники, которая сейчас тоже очень... Ну, идет на исследование на эту тему. У меня основная все-таки фторированный графен. Так, здорово. Насколько эффективная поддержка государства идет вот в сферу науки? И как вы думаете, есть ли какие-то определенные научные направления, которые обделены государством? Зарплаты у научных сотрудников, они небольшие. Но их можно наращивать с помощью вот этих как раз грантов и всяких программ, которые выделяются государством. Ну, то есть ты все-таки должен работать, и ты должен вкладывать усилия. И иногда еще бывают такие программы, которые, там, госзадания, да, по-моему, или поддержка, вот это вот, были майские указы Путина, которые говорили, что у... преподавателей должно вырасти зарплата 200% от среднего заработка по региону. Я посмотрела средний заработок по региону, но у нас далеки от этих цифр зарплаты. Что мы заметили? Что очень все зависит от руководства именно института, где вы работаете, да, или университета, от самого заведующего вот этой лаборатории, да, или научного руководителя, от его, то есть желание вот в эти гранты во все идти, и от его связей, то есть, потому что все равно мы должны кооперироваться, и также у нас, ну, при написании там статей тоже это сейчас большинство статей, они платные, то есть мы должны давать эти показатели, ну, это которые вот именно у нас требуют именно высокого качества, да, Q1, Q2 они у нас обзываются, и то есть нюансов очень много, и все зависит от конкретного места, в котором ты работаешь, от конкретных людей. То есть иногда вот поступают вот эти вот дополнительные, ну, вот эти федеральные деньги, но они не доходят как бы до низа, до самих научных работников, они как-то распределяются там в институте, допустим. И тоже вопрос.
И поэтому, конечно, если, но тем не менее, если ты горишь этой идеей, да, что у тебя все-таки есть этот интерес, и ты уже сюда вошел, да, и тебе хочется все-таки продвигаться, тебе интересна сама работа, да, но как-то вот, зарплата немножечко подводит, то ты можешь вот эти гранты все-таки получать, поддержку, да, и можешь неплохо в итоге именно за счет этих средств, ну, зарплата, как бы общий доход повышается. Окей, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Почему молодежь не идет в науку? Молодежь не идет в науку? Сложно для многих. Многие считают, что это сложно. Это очень систематическая такая деятельность. В большинстве случаев они понимают под сложностью просто неосведомленность о том, что может заниматься научной деятельностью спокойно, легко и при каких-то условиях даже очень так получая кайф. Потому что это неинтересно. Некоторые так думают, по крайней мере. В последнее время самооценка у подростков становится все ниже и ниже, потому что всякий какой-то хайп происходит, я не понимаю, но думаю, что высшие науки – это довольно легко. То, что для молодежи это сейчас не очень интересно. У молодежи есть цифровые технологии, но IT можно называть наукой? Ну, вот. Вот и ответ. Интересно, наверное. Куда больше стремится молодежь? Какие сферы? Ну, сейчас, наверное, молодежь больше фотографии, фотографированием там. Ну, мне кажется, рекламой занимается, да. Да. Больше финансы интересуют, наверное. То есть да. Науки, скорее всего, денег нет? Наверное, так, наверное, считают, я так думаю. На ваш взгляд, куда больше стремится молодежь? Какие сферы? Компьютерами все связано, наверное. Да, все войти. В школе плохо этому обучают. Не ориентируют в школе? Да. А куда больше стремится молодежь? Какие сферы? Творческие сферы. А вы бы сами пошли в науку? Если только какую-нибудь спортивную науку. В плане, что изучать какие-то тактики по футболу, типа такого. Я бы пошла. Почему? Потому что я работаю в архиве. Ну, сейчас бы, да, пошла бы. Почему? Ну, потому что интересно. Мне кажется, там вообще деятельность такая интересная. Да. Ну, почему? Потому что физика интересная. Честно, нет. Почему? Я не такой тип человека. Да, я сам занимаюсь наукой. Какой-то своей деятельностью. Что вас мотивирует? Поиск знаний. Учеба и поиск знаний. А вы бы сами пошли в науку? Я иду в нее. Ну, друзья, как вы видите, запросы есть самые разные мнения. И углубляя ранее поднятую тему, одной из причин, почему молодежь не стремится в науку, называют низкий уровень зарплат. Угу. Что вы считаете по этому поводу? Так, давайте начнем, наверное, с оптимистов. У нас как раз есть представители того самого научного сообщества. Да, вот как правильно сказала Ирина, то есть на самом деле, если мы будем работать, и это касается, наверное, совершенно любой деятельности, то мы, соответственно, будем и хорошо зарабатывать. А вот здесь был вопрос там про какие сферы обделены. Я немного осведомлен, могу так общий экскурс, наверное, рассказать. То есть сейчас у нас есть в стране так называемые приоритетные направления науки, которые поддерживаются намного больше, чем неприоритетные. Соответственно, вот это первое разделение. Ну, туда входят в том числе там нанотехнологии, все, что связано вот с электроникой, военные технологии. Кроме этого, так сложилось, что фундаментальные науки, вот, например, педагогика, психология, философия, возможно, история, вот все, что касается гуманитарных, в том числе наук, поддержка немного ниже. Хотя в последнее время мы видим, что с каждым годом государство старается выделять все больше грантов, поддерживает тоже в этих направлениях, но тем не менее отставание в этом плане тоже у нас есть. Потому что все-таки науку следует разделить, наверное. Есть фундаментальная, есть прикладная наука. То есть и вот фундаментальные науки,
нет такого конечного готового продукта, который можно потрогать. И, соответственно, иногда вот в эти направления вкладывают немного меньше финансов. Вот это общий такой, наверное, экскурс. А так, большое спасибо Ирине, я тоже полностью согласен вот с тем, что она сказала, потому что я сам непосредственно тоже занимаюсь наукой, защитил кандидатскую диссертацию и как бы знаю все плюсы и минусы. И есть еще такая одна, наверное, большая проблема, думаю, которую оптимисты и пессимисты в том числе тоже осветят, это что в науке наблюдается устаревание кадров. То есть это неизбежный процесс, и он идет вот еще с советских времен. В науку идет меньше молодежи, то есть у нас естественные процессы, то есть пожилого населения, взрослого населения становится все больше и больше, то есть это уже в районе демографии. И, соответственно, некоторые направления, некоторые научные школы, они постепенно исчезают. Ну вот это такая тенденция. И, конечно, хотелось бы, чтобы молодежь, вот как мы видели из видео, вроде бы все хотят, но почему-то никто не приходит. Поэтому хотелось бы, чтобы молодежь все-таки шла в науку, потому что наука, она очень разная сейчас, и мы можем, даже работая практически везде, тоже заниматься наукой. Здорово. Так, аплодисменты. Зарплата зависит от самого человека, ну, от его работ, как он работает, получается. А в госслужбе там уже фиксированные зарплаты идут. То есть там за выслугу лет только выдается повышение, там понижение. Вот. И среди молодежи в основном бытует такое мнение, что если ты особо не определился со своим будущим, ты можешь пойти в прокуратуру, в следствие, либо в суды. Или... Вот так вот. То есть это прямо гарантированный успех в твоей жизни будет. Молодежи нужны гарантии. Да, вот это получается культура, которая осталась от Советского Союза, то, что там все уже на готовеньком блюдце. То есть тебе просто нужно работать на благо государства, и все у тебя будет шикарно. А в нынешних реалиях нужно самому добиваться результатов. И в науке все делаешь именно сам ты, и все зависит от самого тебя. Здорово. Давайте поаплодируем. Я бы хотела с тобой поспорить, потому что на самом деле есть же поговорка, если ты занимаешься тем, что ты любишь, ты не будешь работать ни одного дня, и твой доход зависит только от тебя. Ты приходишь утром на любимую работу, а не туда, куда не очень-то хочется просыпаться, идти. Не хочется. Иногда бывают такие проекты, с которых не хочется уходить домой. То есть ты делаешь что-то и понимаешь, что уже как бы время, все закрылось, и ты там один сидишь в лаборатории. Вот такие люди, собственно, и держатся в науке. И тут зарплата, да, она играет роль, потому что мы, собственно, сейчас живем, коммуницируем с внешним миром. И у нас также есть и дети, которые имеют свои потребности, но при этом у нас есть цель, и каждый раз мы идем все выше, выше и выше. Спасибо. Аплодисменты. Так, еще мнение, пожалуйста. Касательно вопроса заработки, конечно, тоже хотелось бы отметить. Любая работа, любая сфера жизни, в ней надо трудиться, чтобы чего-то добиться, чтобы что-то получать. Но, на мой взгляд, наука максимально нестабильна в этом плане. И вот, как Ирина уже замечала, чаще всего приходится оставаться чуть больше положенного на работе. Даже молодому поколению всегда хочется свою молодость провести на, если не на все 100, хотя бы на те 70%, которые, возможно, выжить из нее. И проживать эту жизнь, находясь в лаборатории, насколько бы тебе сильно не нравилось это дело, очень тяжело.
Ну, это, конечно, личное мое мнение. Да, но я хочу сказать, да, что когда мы остаемся, вот я лично остаюсь, если, ну, это не всегда происходит, вообще не всегда. Мы как бы сами выбираем, когда нам надо остаться или нет, потому что и когда я остаюсь, я не замечаю этого времени. Я что-то делаю, да, и если у меня вот этот какой-то проект идет, я прям вся в нем, я даже не знаю, о, оказывается, то, как тоже говорили, время-то уже прошло, уже пора домой идти. Но как бы ты не чувствуешь этого все равно. И поэтому этим и прекрасно, когда ты занимаешься именно своей деятельностью, которая тебе нравится, и в любой сфере, не только в науке. Вот, а как ты сама лично считаешь, можно ли утверждать то, что в науку будет идти больше людей, когда в ней будут высокие зарплаты? Конечно, да. Это относится, в принципе, к любой сфере, потому что, ну, мы живем в век технологий, в век, когда заработная плата и деньги, в принципе, являются руководящей вещью в жизни каждого человека. Все-таки, мне кажется, здесь многие не понимают, что заниматься наукой – это не есть сидеть там в лаборатории с утра до ночи и смотреть в микроскоп и там отрываться от реальности. На самом деле сегодня заниматься наукой – это, ну, вот, наверное, как некая такая общественная деятельность, можно с этим сравнить. То есть ученые сейчас вот выходят из своих лабораторий, они идут, рассказывают о своих достижениях, там общаются со своими коллегами и развивает свое конкретное направление. То есть вот моя мысль основная в том, что неважно, чем ты занимаешься, но в твоей работе, в твоей профессии всегда может и должна быть какая-то научная составляющая. А подводя вот такую вот черту, как вы сами считаете, наука — это перспективно? Наука — это перспективно, но с определенными, конечно, нюансами. Какой совет вы дадите нашим зрителям, сегодняшним участникам аудитории? Совет, знаете, именно идти туда, где вы чувствуете, что это ваше направление, что, то есть быть на своем месте, и тогда у вас в любом случае все получится. Здорово, давайте поаплодируем друг друга. Спасибо. Ну что ж, у нас наступил момент истины, когда вы, друзья, можете поменять свою позицию, если, так сказать, по ходу общения вы поняли то, что, ну, можно перейти. Окей. Соответственно, вы можете поменять свою позицию. Пессимист, который посчитал то, что оптимисты у нас сегодня более правы, могут перейти туда. И наоборот. Ну и давайте опять же на счет три поменяемся. Давайте. Раз, два, три. Переходим. Все остались при своем мнении? Ну окей, хорошо. Давайте поаплодируем друг другу. Ирина, кто сегодня из наших участников больше всего вам понравился? Может, кто-то смог убедить вас в чем-то или, наоборот, переубедить? Ага. Кого бы вы хотели отметить? У меня сегодня подарочки. Это карандаш, но не обычный серый, а цветной, чтобы вы раскрашивали им свою жизнь, так сказать, да, разноцветные цвета. Решила, что я буду одному человеку из пессимистов, одному из оптимистов подарю подарочек. И мне приглянулась вот девушка из пессимистов, к сожалению, не помню имя, и здесь парень. А кто конкретно? Да, так, это Максим, вы, да. Так, и девушка, вот светленькая, да. Ага. Так, ну, пожалуйста, давайте вас просим подняться на подиум. Ну что, давайте познакомимся с лучшими участниками нашей сегодняшней передачи. Ну, наверное, начнем с девушки, пожалуйста. Немного представься, немного расскажи о себе. Спасибо большое. Меня зовут Чегдаева Галина. Я ученица 11 класса из школы номер 5 имени Николая Иосифовича Кривошапкина. Я безумно рада, что у меня появилась возможность, в принципе, поучаствовать в данной передаче и познакомиться с таким приятным человеком, как Ирина. Молодой человек, пожалуйста. Да, всем привет. Меня зовут Максим Сорочинский. Мы с Ириной коллеги. Действительно, да, тема очень интересная, актуальная. И очень хорошо, что мы ее сегодня подняли. И вот так по полочкам очень хорошо разобрали. И все-таки необходимо, наверное,
вот как уже говорили оптимисты, нужны хорошие наставники, помимо мотивации, потому что нужны те люди, которые будут поддерживать во всем детей, вот именно в научных начинаниях. И я думаю, что тогда у нас наука пойдет только вперед. Спасибо. Давайте тоже поаплодируем. Ну, пожалуйста, можно включить ваш презенты. Да, чтобы вы записывали свои умные мысли. Ну что, друзья, мы можем завершать передачу. Приглашаем всех подняться на наш подиум, немного пообщаться еще с нашим героем, друг с другом, ну и сделать какие-то общие фотографии. Пожалуйста, поднимайте сюда. С вами была передача «Я молодой» и ее ведущая Елена Гагарина. И Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Пока. Благодарю, что пригласили меня на это мероприятие. Была очень рада поделиться своим мнением и своими знаниями.